вітання. Це програма «Лікар онлайн». Ми працюємо у прямому ефірі. Просто зараз ви вже можете долучатися до нашої сьогоднішньої бесіди. Тема нашої сьогоднішньої програми – це застудні захворювання, гострі та хронічні риносинусити. І відповідати на ваші запитання буде лікар-отоларинголог вищої категорії клініки «Моторсіч» Олексій Третьяков. Олексій, вітаю вас у нашій студії. Добрий вечір. Тож, за якими номерами ви можете, власне, телефонувати до нашої студії? 720-55-63 та 720-48-48. Якщо ви телефонуєте не з міста Запоріжжя, а з області, або якщо ви використовуєте мобільний телефон, то, будь ласка, використовуєте код міста Запоріжжя 061 і набирайте наші номери, телефонуйте до нас. Олексій радо відповість на всі ваші запитання. Давайте почнемо, напевно, із гострого риносинуситу. Розкажіть взагалі про сутність цього захворювання. В організмі чоловіка существує околоносові пазухи. Це лобні, гайморові, верхньочелюстні пазухи, рішучі, основні пазухи. От називаються синуси. От воспалення в цих синусах і є гострий риносинусит. Тобто в організмі відбувається запалення, так? Воспалительний, так, воспалительний процес. А внаслідок чого? Ну, внаслідок є причина або вірусна, або бактеріальна, одно перетікає в інше, або може виникати самостійно. Ну, чаще все переохлаждення і, як слідство, вже простудні захворювання, як охлаждення вже йдуть риносинусити. Розкажіть, будь ласка, про симптоми, за якими можна зрозуміти, що у тебе саме це захворювання? Ну, це симптоми воспалительного процесу. Во-первых, отек, як слідство заложеність носа. Болевой синдром, выделение слизистые или гнойные. Ну, дальнейшее, если распространяется процесс, то уже интоксикация, высокая температура, слабость, недомогание. Чи правда, що цей стан можна сплутати з будь-якими, взагалі, іншими захворюваннями застудними? Ну, начинается как простудное заболевание, да, а уже потом локальная болезненность, плохо отходит отделяемое из носа, повышенная температура, и уже как следствие, да, это уже больше характерно для острых риносинуситов. Для разных форм этого заболевания характерны и наибольшие разноманитные симптомы. Расскажите про формы заболевания. Ну, есть формы острые, начинаются как катаральные, отечные, потом уже слизистые, гнойный процесс, есть хронические, но это длительность уже протекания процесса. Чи є якісь умовні групи ризику по цьому захворюванню? У кого гострі стани можуть виникати частіше? Ну, здесь, конечно, это ну, избегать переохлаждения. Если человек переохладился, уже простыл, есть предрасположенность к таким вот простудным заболеваниям, как следствие уже дальше развивается. Но есть еще и такие, как там искренне-носовые перегородки, поэтому усиливается насморк, затягивается, нарушается отделяемое из носа, свободным отделяемое, и поэтому возникает, вот, как это чаще всего, могут быть осложнения в виде острых синуситов. Давайте, Дима, напевно, перейдемо до, власне, причин взагалі виникнення цього захворювання. Ну, причина, як я сказав, вже переохлаждення, простудне заболевання, де-то інфекція, да, буває вірусна інфекція, як осложнення, да, буває де-то якийсь гнойний процес і вже далі хронічні обострення. Поэтому, ну, чаще всего вот переохлаждение, да, и как следствие простудное заболевание осложняется уже синуситом, как осложнение насморков тех же. Скажите, чи правда, что гострый риносинусит, синусит взагалі, это не то же самое, что гайморит? Ну, гайморит – это название, есть, вообще это верхний челюстной синусит. И название по автору гайморовая пазуха, да. Поэтому оно, в принципе-то, есть верхний челюстной синусит. Ну, тобто, в принципі... Тоже одно і то же, да. Просто в народі більше, да, розповсюджений гайморит, а є верхній челюстний синусит. Аби правильно поставити діагноз, взагалі зрозуміти, так, яка в тебе хвороба, має бути коректна діагностика. Якою має бути діагностика при цих захворюваннях? Ну, раніше найбільш розповсюджений метод діагностики – це була рентгенографія придаточных пазух носа, но там мы не всегда видим все пазухи, то есть мы не видим основную пазуху. Поэтому сейчас наиболее распространенные и эффективные методики диагностики – это компьютерная томограмма придаточных пазух носа, где мы можем посмотреть распространенность процесса, какие-то проблемы со стороны полости носа, гайморовых пазух, ну, верхнечелюстных и всех остальных пазух. Поэтому более точно можем поставить диагноз. Поэтому, конечно, желательно всегда сделать компьютерную томограмму.
А цей метод можна зробити в клініці моторсічки? Да, у нас є сучасний томограф, де можна зробити і одразу же посмотреть вместе з врачом, поставити діагноз і далі назначити соответствующее лечение. Розкажіть про обладнання, яким ви володієте. Ну, у нас уже с 2001 года есть эндоскопическое оборудование, которым мы пользуемся и для диагностики. У нас есть и экран, по которому мы можем показать пациенту распространенность процесса, какие проблемы у него, допустим, есть в полости носа. Угу. Поэтому вот этот очень нам помогает для диагностики и последующего лечения при помощи этого оборудования. Угу. Розкажіть, будь ласка, яким чином потрібно лікувати такі стани, гострий риносиносит чи просто синусит? Може бути лікування за допомогою ліків, може бути оперативне втручання, що більш розповсюджено, що потрібно у яких випадках? Ну, починати завжди треба консервативного лічення, безусловно. Треба, щоб убрати отек, воспалення. Начинать с этого. Если уже эффекта консервативное лечение не дает, уже переходить тогда, конечно, хирургических методов лечения. Расскажите, ну, напевно, про какие возможные взагалі хирургические способы втручания? Ну, это пункция гайморовых пазух. Ну, у нас это, если есть хронический процесс, мы пунктируем, и чтобы в дальнейшем не мучить пациента, с дренированием, где вводятся лекарственные вещества, промываем, убираем оттуда содержимое, там, гнойного, слизистого характера. То есть начинают такие вот хирургические принципы. Если есть какие-то проблемы уже с осложнениями, тогда уже переходит к более хирургическим лечениям, там, соответственно, вскрыть пазуху или в полости носа, убирать искривление. Який час можна лікувати пацієнта за допомогою ліків, за допомогою консервативних методів? Тобто, от коли вже той такий рубіж, так, коли треба вдаватися до більш серйозних? Ми дивимося, коли консервативне лічення дає ефект, состояние больного улучшается, боли исчезают, заложенность уменьшается, отделяемого меньше. То есть мы видим, что когда консервативное лечение дает эффект. Если в течение, там, смотрим уже хуже-хуже человек, то есть мы тогда уже... Ну, это приблизно сколько часов? Так вот, чтобы... ну, там кажется просто... 5-7 дней, да. 5-7 дней, да, уже смотрим на состояние больного. Да. Я зрозуміла. Нагадаю, що ми працюємо у прямому ефірі, і у вас є можливість зателефонувати до нашої студії за номерами телефонів, які ви періодично бачите на наших з вами екранах. 720-55-63, 720-48-48. Якщо ви телефонуєте не з міста Запоріжжя, з області, або використовуєте мобільний телефон, то, будь ласка, 061, код міста Запоріжжя для вас. Говоримо сьогодні про застудні захворювання, гострі та хронічні риносинусити, і відповідає на ваші запитання лікар вищої категорії, лікар-отоларинголог клініка Моторсіч Олексій Третьяков. Тож, будь ласка, чекаємо на ваші дзвіночки. Розкажіть, будь ласка, про ті ускладнення, про ті такі, ну, більш страшні випадки, коли, ну, запущений стан, коли не було належного лікування, до чого можуть призвести запущені от проблеми из верхнюю частину нашего тела. Ну, вы правильно сказали, что запущенные. Когда запущены, особенно когда самолечением занимаются, всегда есть риск осложнений. Это и орбитальные, это и внутричерепные осложнения. Бывало и такое тоже в нашей клинике. Что это значит, орбитальные и внутричерепные? Ну, отек, абсцессы, внутричерепные, отек века. И так далее, да, с интоксикацией, ну, не дай бог, там, сепсис, ну, все это осложнение уже, это очень опасно. Поэтому все находится очень рядышком. Если мы затягиваем лечение, если неправильно лечимся, где-то там ходим в очень длительный период, потом возникают такие осложнения. Всегда есть риск, всегда нужно настороженно к этому относиться. Ну, погодьте, зараз такий час, коли багато людей переходжуть, переносять хворобу на ногах, адже нема можливості інколи піти на лікарняни, інколи хтось не хоче витрачати, ну, там, не заробляти, скажімо так, гроші, якщо там працюють за договором. Розкажіть про ті моменти, коли дійсно людина бачить собі сили просто перенести хворобу на ногах, а потім, от що потім? Ну, надо обращать внимание, если насморк не проходит в течение 5-7 дней, появляются боли локальные или головные боли, то какое-то, видишь, что гнойное отделяемое из носа, это уже симптомы тогда, когда нужно обращаться к врачу, не затягивать.
То есть вот 5-7 дней – это тот период, когда должен, в принципе, обычный насморк закончиться. Якщо навіть просто використовувати ті ж краплі? Сосудосуживающие, да. Но если вот они не помогают, если заложенность, они уже начинают чаще капать, уже появляются боли, уже какое-то густое отделяемое из носа, конечно, лучше сразу же обратиться к врачу. Що б ви порадили як профілактику синуситів, риносинуситів? Ну, самое распространенное – переохлаждение. Ну, и вести здоровый образ жизни, заниматься спортом, правильно питаться. Скажіть, чи правда, що причиною таких станів в основному є інфекції, віруси, які ми от підхоплюємо там десь у громадському транспорті? І у зв'язку з цим запитання, чи щеплення від грипу, які ми можемо зробити, чи вони також діють, скажімо так, у цьому полі захворювань? Ну, тут завжди знижений імунітет. То есть у кого хороший, высокий иммунитет, он может справиться с этой банальной инфекцией. Да, у кого сниженный иммунитет, да, есть и, конечно, вирусные, это тоже очень частое осложнение. И даже и сразу же внутричерепные бывают, и вот именно осложнения в виде гайморитов. Поэтому здесь, в общем-то, конечно, нужна профилактика простудных и вирусных заболеваний, то, те же прививки. Скажіть, чи правда, що такі стани, вони можуть розвиватися більш обширно, скажімо так, у ті моменти, коли дуже пересушене повітря? От у нас зараз батареї, так, завжди всюди, поруч із нами, навіть у цій студії зараз дуже нагріли, аби ми, і от повітря таке пересохше, так? І чи правда, що на такому фоні віруси до нас чіпляються більш активно, ніж якби було вологе повітря? Мне кажется, больше это наша экология, когда мы на улицу выходим, и, естественно, это больше влияет, чем пересушенное или увлажненное повітря. Поэтому, мне кажется, больше экология влияет и усугубляет все наши заболевания. А чи можете ви сказати про все ж таки норму вологості у квартирах, там, у приміщеннях, у дитсадочках, у школах? Ну, здесь этот человек должен сам чувствовать. Если у него пересыхает слизистая носа, то, безусловно, значит, пересушенная. Повітря. То есть здесь есть способы там увлажнения, увлажнители разнообразные, да. То есть сам по себе, по самочувствию должен ощущать, какое ему подходит больше, допустим, какая влажность ему больше подходит. Зрозуміла я вас. Я знаю, що у клініці Моторсвіч нещодавно з'явилося обладнання і з'явився дозвіл на лікування дітей. Є ліцензія, да, отоларингології. Розкажіть про цей напрям. Ну, мы и раньше, как бы, старались консультировать деток, мы никогда не отказывали. А сейчас, ну, для этого нужно, конечно, лицензирование, это есть и у клиники, есть и у наших докторов. Поэтому мы вот расширили настолько, что можем теперь и детей и консультировать, и лечить, и оперировать. То есть, в общем-то, это нам позволяет, да, больше расширить. И сейчас все-таки дети до 18 лет. Раньше сейчас до 14, до 18, поэтому мы как бы аудиторию захватываем ту, которую могли бы лишиться, если бы не было у нас такой лицензии, разрешения. Зрозуміло, в нас є запитання від глядача. Алло. Алло, добрий вечір, Марго. Добрий вечір. Вітаю, як вас звуть? Будь. Алло, алло. Алло, алло. Юра, то ви? Да, Юрій. А, дуже приємно. Юрочко, скажіть, будь ласка, яке у вас запитання? Запитання пану Олексію. Пан Алексей, будьте добры, скажите, насколько на сегодняшний день эффективно использование мазь, оксалиновой мази? Просто ходят слухи, что на сегодняшний день вирусы, бактерии, всякие они мутируют, и оксалиновая мазь сама по себе, как она изначально предотвращала заболевание, я имею в виду методом мазания под носом или ноздрей. Может быть, есть какая-то другая мазь более эффективна на сегодняшний день? И что вы посоветовали в плане предотвращения профилактических вот использования чего, мази или еще чего-нибудь на сегодняшний день? И... Спасибо за вопрос. Дякую вам за запитание. Ну, оксалиновая мазь, она используется для профилактики вирусных заболеваний. Во-первых, там есть вазелиновая основа, она как бы блокирует слизистую, меньше контакт, допустим, с инфекцией для носа. Поэтому очень всегда советую деткам, часто они ходят в детский садик, там болеют, кто-то не успел выздороветь. Вот для профилактики, ну, это, я считаю, неплохо. А щодо стосовно тієї частини запитання, що віруси і взагалі все мутує і нібито прилаштовується до тих способів, якими ми намагаємося позбутися? Ну, це, опять же, вопрос імунітету. Ага.
Тобто все зводиться до одного. Те же щеплення, да, прививки, это все вопрос иммунитета. Зрозуміло. Я вас, знаєте, от часто виникають запитання про проколи при гострих станах от цих хвороб, так? Розкажіть про цей взагалі спосіб лікування. Що таке прокол, як проводиться ця процедура, кому показана ця процедура? Ну, если есть, да, показания к этой процедуре, когда есть неэффективность консервативного лечения, это очень хорошая методика. То есть, в принципе, мы вымываем содержимое пазухи, можем вводить туда лекарственные вещества, поэтому это как эффективные методы лечения, когда заблокировано естественное соустье, уже из пазухи не выделяется то же содержимое. Здесь благодаря пункции мы можем это все очень хорошо эвакуировать. Это хорошая методика лечения, конечно, она пугает как бы, но это все обезболивается, безболезненно. Мы вообще идем навстречу, вот у нас есть такие дренирования пазухи, мы ставим катетер, поэтому один раз поставили катетер, через это промывают 2-3 раза в день. Может даже медсестра вводить лекарства, вымывать слизистоноидное. И это ускоряет процесс выздоровления при гайморитах. Є в нас запитання від глядача. Алло. Алло, здравствуйте. Вітаю, як вас зовут? Меня зовут Василь. Дуже приємно, як вас зовут? Так раз таки, мені треба обов'язково вот сказати, я случайно почула. Мені зараз... Мне никогда не было гайморитов. Ну, прошлой зимой я заболела, у меня был гайморит. Но как таковой, и как-то его не лечили. Я народным способом, это мед и эвкалиптовая настойка, закапывала. Ну, как-то обошлось. Ну, вот переохлаждение, правильно доктор сказал, было 6 градусов, пришлось дышать этим воздухом. И у меня теперь гайморит и температура, но я также... к доктору еще не обращалась, к лор-врачу нашему. Вот. И закапываю также медом и эвкалиптовой настойкой капли, там несколько, 13 капель. Но у меня было много крови шло, ну, видимо, ну, с гайморой и пазухи. Вот. С одной не очень, а со второй, ну, прилично. Потом кровь как-то стала меньше уже, с густочками небольшие вкрапления. И насморок, как таковой еще, ну, нос стал суше. Я теперь и то же самое, мне еще с горлом проблема. Болит горло. Тоже к врачу не ходила. И кашель этот. Участковый врач смотрела, говорит, с бронхами, легкими, все в порядке. Значит, это тоже к лор-врачу надо. Вот. И, ну, меня, конечно, гайморит волнует больше. Я правильно делаю, неправильно, может быть, антибиотики. Ну, там-то дело, что антибиотики мне нельзя. Поточніть, будь ласка, яке у вас саме запитання? Що ви хочете почути конкретно? Хочу знати, от о гайморіті. Антибіотики обов'язательні при цій болезні чи ні? При всей ну, да, но здесь вначале надо диагностировать, писала, то есть сделать хотя бы рентгенографию передаточных пазух носа, чтобы уже уточнить и поставить диагноз. А лечиться, конечно, если так вот, мы же не можем поставить диагноз и начинать лечить кровотечение, это может быть на фоне вирусной инфекции просто слабость сосудов, часто у детей бывает кровотечение. И надо посмотреть, причина какая, то есть посмотреть сам нос, посмотреть, сделать снимочек и уже тогда поставить диагноз. Так, это надо обратиться обязательно к лор-врачу и сделать рентген передаточных пазух носа, хотя бы с этого начинать. И дальше уже можно и компьютерную томограмму, если есть какие-то проблемы, чтобы уточнить диагноз. А такие випадки часто встречаются на вашей практике? Ну, как, ну, такие, может быть, ну, в основном, да, боли, заложенность носа, отделяемое из носа, длительное, непроходимое, насморк. Вообще, конечно, начинать с таких, как мед туда закапывать, надо всегда хотя бы сосудосуживающий, чтобы был отток из пазух. То есть с этого начинать, чтобы противоотечные, противососудосуживающие терапии. Если уже дальше идет осложнение какие-то, уже не проходит процесс, дальше уже решать вопрос антибиотиков. То есть начинать с антибиотиков, конечно, не нужно. Нужно поставить диагноз, если это требует того состояния. Значит, тогда, конечно, без антибиотиков не обойтись.
Скажіть, будь ласка, скільки можна використовувати за часом, звужуючи судинні краплі? Бо є така думка, що вони визивають звикання. Привикання, так. Ну, 5-7 днів. Якщо не приходить, якщо ухудшається состояние, якщо заложеність вже приходиться чаще закапувати, звісно, потрібно обращатися к лорачу, поставити причину, поставити діагноз і вже лічити відповідне воспалення. Угу. Багато людей думають, що можна одні краплі замінити іншими. И это будет рахуватися как изменение лекарства? Нет, сосудосуживающий эффект, он в любом случае привыкает, да, человек в любом случае. Поэтому не есть, у нас мы пользуемся назальными кортикостероидами, это не сосудосуживающие, ими можно там и 2 недели, и месяц пользоваться, хороший эффект дает. Сейчас даже считается, что как основная методика лечения, убирается отечность, воспаление полости носа, к этому привыкания нет. А сосудосуживающие всегда надо осторожно, да. Давайте повернемося до того запитання, про яке ми говорили до запитання від нашої глядачки, про проколи, якими ви користуєтеся як методом лікування. Чи є протипоказання до такої процедури? Ну, є противопоказания, это может медикаментозное. Мы же все-таки обезболиваем, это не делаем, чтобы человеку больно не было. Обезболиваем, это может быть противопоказание. Могут быть осложнения при пункции, ну, как при любом лечении. Только в этом плане. Ну и, конечно, чтобы человек был настроен, никто его насильно это делать не будет. А є якісь аналоги? Тобто, якщо от людина відмовляється, ви бачите по показанням, що потрібно зробити цю процедуру. Ну, а людина каже, ну, я боюсь, там все, не будемо. Ну, нужно промывание. Промывание пазух, тот же носовые души, там даже кукушка, вот как люди говорят. Можно пробовать, но если эффекта нет, конечно, надо хорошую антибиотикотерапию, коротким курсом, чтобы не затягивать коротким, несколько антибиотиков назначаем. То есть, в общем-то, если уже есть необходимость, ну, уже убеждаешь человека, конечно, без этого нельзя, иначе дальше мы процесс не вылечим, а осложнения, о которых мы говорили, они могут возникнуть. Может быть. Чи є якісь підводні камені, про які потрібно знати людині перед тим, як йти на цю процедуру? Ну, а какие подводные? Ну, чтобы настроился человек, настроился на выздоровление и доверял доктору. Чи потрібно якимось чином готуватися якось специфічно до такої процедури? Нічого, тільки морально. Зрозуміла я вас. Тож, якщо ви хочете поставити свої запитання запрошеному до нашої студії спеціалісту, то, будь ласка, використовуйте номери телефонів прямого ефіру 720 55 63 та 720 48 48 061. Це код міста Запоріжжя. Будь ласка, телефонуйте і можете отримувати відповіді на будь-які ваші запитання. Ще одне таке доволі запитання, яке обговорюється, це прогрівання при гайморитах. Так? Прогрівання – це добре, але це в початку, поки немає гнойного процесу. Тобто, якщо діагноз поставить гнойний гайморит, звісно, гріти не можна, це все-таки гной. Тому тут треба осторожно до цього відноситися. Ну і я так розумію, що може тільки лікар, в принципі, визначити ту стадію. Безусловно, поставити діагноз, і вже далі назначати теж фізіотерапію ми використовуємо. Можно при даже гнойных процессах ультразвук. А вот прогревание, греть, здесь, конечно, это надо уже смотреть, чтобы не было гнойного воспалительного процесса. Расскажите про возможности как раз вот физиотерапевтичного отделения. Вы с ним тесно співпрацюєте. Что из их арсенала потрібно саме при лікуванні хвороб, с якими до вас приходят? Ну, мы должны понимать, что лечение физиотерапии – это дополнительная методика лечения. Основной все-таки есть необходимость, да, противовоспалительные антибиотики. А физиопроцедуры, ну, начальство того же обычного тубус кварца, если есть гайморит, там ультразвук назначаем, то есть электрофорез. Это хорошая методика, лазеротерапия. Хорошая методика, как дополнительная. Все равно, если в начальных стадиях можно обойтись, допустим, тубус кварцем, а если уже пошел воспалительный процесс, без тоже медикаментозной терапии, да, не обойдешься. Є запитання від глядача. Алло. Алло. Алло, вітаю. Як вас звуть? Скажіть, будь ласка. Я зовут Максим. Дуже приємно. Максиме, ставте своє запитання. Я интересуюсь, у меня гайморит, и я не знаю, может, этот вопрос задавали, я только недавно вас включил. Искривление носа и плохой отток, ну, слизи с одной пазухи. И что можно сделать? И постоянно там какой-то, ну, процесс идет постоянно, и какие-то запахи, ну, такого дыма в носу постоянно. Вот что вы посоветуете? Делать ринопластику, чтобы был нормальный отток с пазухи
лезии или что можно сделать? Дякую за запитание. Ну, мы всегда обращаем больных, которые даже обращаются первый раз с гайморитом, что искривление перегородки – это одна из причин усугубления затянувшегося насморка и, как следствие, осложнений. Поэтому всегда обращаем внимание, что, чтобы в дальнейшем не было проблем с носовым дыханием, с осложнением, с гайморитом. Конечно, нужно обязательно сделать перегородку, прооперировать, убрать это искривление. Мы делаем щадящие операции под контролем эндоскопа, то есть фактически безболезненные, малотравматичные. Ну, необходимость это, да, на первом месте стоит. Поэтому, я думаю, если там есть приличная искривление носовой перегородки, уже так называемый сформировался хронический насморк, хронический вазомоторный ринит, обязательно нужно посмотреть, если есть показания, прооперировать. Не бояться этого, что в дальнейшем будет только хуже. Только будет усугубляться все процессы и перейти в хронический процесс. У вас можно сделать ринопластику? Мы делаем так? Операции, делаем. Да. Угу. Дякую. Давайте поговоримо про хронічні синусити. Розкажіть про особливості життя тих людей, які страждають саме на це захворювання, яке перейшло вже у їх постійну проблему. Да, это уже нарушение комфортности жизни. То есть, если человек не дышит длительное время носом, конечно, это его беспокоит. Ну и как следствие вот эти все осложнения. Это все, безусловно, беспокоит. Длительность процесса, мы находим причины этих и уже предлагаем дальнейшее лечение здесь. Но чаще всего, если есть показания, хирургическое лечение. Які можуть бути причини того, що це стало хронічною проблемою? Ну, есть проблемы в носу, да, тоже искривление носовой перегородки, там, полипозные измены слизистой кисты, аллергические какие-то процессы, затянувшиеся насморки, затянувшиеся гаймориты, самолечение. Угу. То есть, в общем-то, это длительность процесса, да, уже переходит в хроническую стадию, где уже нужно, допустим, не обойдешься уже без хирургического лечения. Яким чином зрозуміти, що в тебе вже синусити перейшли до хронічних станів? Ну, длительность, ну, не проходит. Частые насморки, 3-4-5 месяцев, полгода, год, вот человек не дышит, мучается, да, он приходит нам где-то так. Да. А, тут... Частые гаймориты, он говорит, вот постоянно гайморит, чуть простыну, все, переходит гайморит. Яким чином ви розмежовуєте, де алергічні стани хронічні і ось такі інфекційні? Ну, анамнез. То есть часто у нас вот период цветения трав, если нужно, мы отправляем к аллергологу, то есть он ставит, делает пробы, ставит, что это аллергического характера, mm-hmm. да. Но в любом случае, если есть причины, то есть нужно mm-hmm. лечить, оперировать, опять же, это помогает переносить эти аллергические процессы. Да, от, і розкажіть про можливості лікування, які можуть бути оперативні втручання, яким чином, яким арсеналом методик ви володієте? Ну, от, конечно, усугубляет насморки, особенно аллергические, это искривление носовой перегородки. Как осложнение, ну, есть такое мнение, что это полипы тоже провоцируют рост полипов, то есть нарушается носовое дыхание. То есть здесь мы, конечно, предлагаем хирургическое лечение. У нас есть эндоскопическое оборудование современное, поэтому позволяет малотравматично, эффективно прооперировать, убрать полипы из любых отделов носа и около носовых пазух. Поэтому, конечно, здесь надо смотреть. Ну, это проблема существует, особенно у аллергиков чаще всего. Угу. Эндоскопичные операции, так? Эндоскопические, ага. Безусловно, угу. Да. Мы уже длительный период уже оперируем. Мы первые в городе и в области начали эти эндоскопические операции. Очень хорошо переносится, малотравматично. Расскажите про их перевагу. Ну, во-первых, это, я говорю, что малотравматичные. И после таких операций, послеоперационный период всего 2-3 дня, то есть это тоже сокращается. Идет реабилитация легче после операции, то есть угу. человек быстро восстанавливается, они уже при выписке уже начинают нормально дышать носом, они мучаются там где-то в течение месяца, пока это все процессы пойдет, заживление уйдет, отечность воспалительного процесса. Поэтому и, естественно, эффективность. Uh-huh. лечение. То есть, как раньше методом петлями рвали эти полипы, мы можем это все, даже под общей анестезией, это все убирается в любых отделах носа, то есть тщательно, абсолютно все, со всех отделах, мы можем любое uh-huh. это все найти и убрать, это полипы. Естественно, безусловно, они уже не так быстро растут, идет
так сказать, ну, процесс уже восстановления и увеличивается, если вот у аллергиков, ну, не обходится, период уже между операциями, идет процесс. Ці операції для вас, як я розумію, буденність, в принципі. Так, вони вже поставлені на такий, як не на потік, проте великий досвід. Ну, це нам дуже облегчає. Це настільки нам легше це все оперувати. І, безусловно, коли хірург, ну, не можна так говорити, що отримує удовольствие, ну, удовлетворення якесь, безусловно. Нагадаю, що працюємо ми у прямому ефірі. Ви можете телефонувати до нашої студії за номерами телефонів, які ви періодично бачите на екранах. І, власне, використовувати їх. І мені підказує режисер, що в нас є запитання від глядача. Алло. Алло, извините, пожалуйста, я знову вас беспокою. Так. Я говорю насчет гайморита нашего доктора. Угу. Ну, у меня тоже вазомоторный хронический ринит. Уже этот, ну, лет 35. Вот. Ну, и мне приходится заказывать нафтизином. Периодически. Один раз в день я заказываю. Ничего другого мне не предложили. А теперь вот кистоносом еще стала закапывать, перестала, от анестезина хотела вот уйти как-то. Вот как доктор может, что может доктор посоветовать? И еще я хотела спросить у доктора, как можно отличить гной от слизи? Или это одно и то же? Ну, по первому вопросу, это нужно в любом случае обратиться к доктору, посмотреть, если нет искривления носовой перегородки, перегородка ровная, а вот процесс аллергический, усиленное кровоснабжение раковин, привыкание к сосудосуживающим капелям. У нас есть очень хорошая методика, самая современная, радиоволновая дезинтерация носовых раковин. День нахождения всего пребывания в стационаре, и эффективность очень высокая, 90-95% излечения. Если нет других причин проблем. А по поводу второго вопроса. Отличить слизь одной. Ну, безусловно, здесь доктор может обрезать. Ну, во-первых, неприятный запах. Это более густое содержимое. Ну, и он всегда, конечно, сопровождается какими-то болевыми симптомами. І чи я правильно зрозуміла, що можна позбутися звикання до крапель за допомогою цієї процедури? Якщо такий длительний, вже вона мучається, длительний період часу, безусловно, тут ось така хірургічна методика, вона абсолютно безболезненна, безкровна, і добре переноситься, і дуже хороша ефективність. Прокоментуйте ще такий, ну, доволі актуальне запитання на сьогодні. Лікарі часто призначають медикаменти, і людині вони можуть не підійти за ціновою категорією. І вони йдуть до аптеки і обирають собі ліки цієї ж фармакологічної групи, скажімо так. Проте, ну, там, дешевші, так, де діюча речовина одна і та сама. Ваша думка? Ну, безусловно, ценовая политика очень сейчас в наше время влияет. Но здесь тоже надо. Есть антибиотики, которые показаны, и эта группа. Они, может быть, как бы дороже, а без них не обойдешься. Да. Угу. Те же вот кортикостероиды назальные, особенно в период аллергии и там послеоперационный период. Ну, есть необходимость. Конечно, нет, сейчас все равно большое такое между ценами, да, дорогие, угу, да, разрыв и дешевые. Но все равно как бы постараться, может быть, с доктором все-таки этот вопрос рішить. Зрозуміло. Є запитання. Алло. Алло, поговоріть з нами. Ви на лінії. Ви вже долучилися до нашої програми. Алло. Алло. Вітаю. Як вас звуть? Ніколай Данілович. Дуже приємно. Будь ласка, ставте. У мене що виходить? При ходьбі я починаю задишка в мене. Що мені посоветуєте приймати? Ну, одышка, здесь причины могут быть, конечно, затрудненное носовое дыхание, но здесь нужно, чтобы кардиолог посмотрел, и все, пульмонолог, проблема может быть в легких, с сердцем. Эту проблему нужно с доктором решать. Обратиться, я думаю, сначала к терапевту, уже решить все-таки такие вопросы, посмотреть, сделать кардиограмму, а уже если есть проблемы с носом, к нам обращаться. Но одышка, это больше характерно все-таки для терапевтического характера.
Зрозуміло, я вас. Дякую вам велике за те, що сьогодні гостювали у нашій студії, відповідали на мої запитання, на запитання наших телеглядачів. І вам спасибо, спасибо телезрителям. Нагадаю, що працювали ми у прямому ефірі, і на ваші запитання відповідав лікар-отоларинголог вищої категорії клініки Мотор Січ Олексій Третьяков. Якщо ви хочете потрапити на прийом до клініки, чи звернутися до фахівця, або дізнатися щось стосовно цінової політики, так, чи будь-якого виду лікування, приміром, оперативного втручання, то тоді вам буде у пригоді ось цей номер телефону 720-5707. Це медичний реєстратор. І вам радо нададуть відповіді на будь-які ваші запитання. На сьогодні будемо прощатися. Дякую вам, бережіть себе. Салон краси Еліна. Телефон 63 68 12.